Я сделала список своих старых друзей и знакомых, похожих характером на Коми. Вот среди них друзей ей и ищи. Блин, как любезно. Первая в списке — одноклассница Агари Химико. А, она тоже нервничала перед классом. Додо. Агари очень хорошая девочка, но общаться с людьми не умеет. Если в общем, она нервничает, когда на нее смотрят. Она сразу потеет, тяжело дышит, и у нее начинает болеть голова. Бедняжка. Чувствует к ней близость. Коми? Коми-сан, ну... Ты сегодня смотрела на меня, и... Мне было очень страшно! Шок! Благодаря тебе, знаешь, я немного изменилась! Не хотите подружиться? Что? Нет! Ой, то есть нет! Коми! Я постараюсь! Я просто недостойна быть чьей-то подругой! Надеюсь на тебя! У Коми появилась подруга. Меня зовут Агари Химико. Я очень нервная. Когда на меня смотрят люди, я ничего не могу сделать нормально. Если говорить о Коми, то она красавица, умница, еще и популярная. Она не пытается воспользоваться своим авторитетом. Чем больше думаю о ней, тем замечательнее она кажется. Коми, почему же ты смотришь на меня? Мне страшно. Как в туалете спокойно. Это лишь мое личное пространство. И никто не может меня увидеть. Мне ни о ком не приходится волноваться. Обожаю туалет. Я готова всю жизнь просидеть на туалете. Она там! Хочет спросить, ты в порядке, но не может. Прости меня, прости! Не помню, что такого я сделала, но прости меня! Прошу, я сделаю что угодно. Пожалуйста, прости меня! Господи, Будда, Коми! Тишина. Мои молитвы были услышаны! Подумала, что все время стоять перед кабинкой невежлив. Я хочу взять номера у своих друзей. Ясно. Почему она сразу так не написала? Коми! Доброе утро! Хочешь попить? Тебе принести? Нализать твои туфли! Неужели ты еще и поснимаешь, как я это делаю? О, да! Передумала.